Согласно закону о рекламе, при заявлении, при использовании в рекламной информации таких слов, как «лучший», «номер один» и так далее, которые заявляют о превосходстве и о преимуществе, их необходимо подтвердить. То есть действительно такая информация должна иметь, во-первых, критерии, по которому происходит такое сравнение «лучший», то есть в чем и по каким признакам, и должна иметь объективное подтверждение. Сейчас антимонопольщики намерены провести проверку, которая подтвердит или опровергнет уместность использования школы Конюхова словосочетаний в превосходной форме. Если факт нарушения будет доказан, ведомство может выписать организации штраф размером от 100 до 500 тысяч рублей.